А теперь переходим к вашим комментариям и упоминаниям, которые на канале. Оксана Лу. Здравствуйте. Последние дни перед выходом из голода вы настаиваете на свечах из сливочного масла, а может растительное масло, горчичное, например, или кокосовое, или другое. Вот смотрите, Оксана, вы неправильно меня понимаете. Последние дни перед выходом. Не последние дни перед выходом из голода, а в первые дни после выхода из голодания, допустим, вы отголодали неделю и начинаете выходить. И вот уже в первый же день вы на ночь вставляете свечу из сливочного масла. И на следующий день, и на следующий день. Почему? Потому что на выходе из голода у нас голод подсушивает сам по себе. Этот процесс продолжается. И в результате получается, что у нас создаются предпосылки для запора, предпосылки для того, чтобы стул стал твердым, и когда захочется идти в туалет, он может просто-напросто поранить анус, вызвать трещину прямой кишки. И вот чтобы убрать вот этот вот сухость, которая возникает в ампуле прямой кишки, вот это как раз и рекомендация. Я не настаиваю. Вы можете попробовать. Нигде особо не пишут о том, как выходить и что делать, если у вас начинается тугой стул, стул похожий на козьи орешки и так далее, и так далее. Когда начинается идти натуживание, когда начинается вот это вот появляться там ссадины и трещины в слизистой прямой кишки, чтобы до этого не доводить. А вот когда они появились, думают, а что делать? Плюс еще геморрой может вылезти после голода. Внимательно слушайте, внимательно. Так, Сергей Матвиенко. Он тут обошелся, пишет, без мяса, зато упорол 450 граммов сметаны со смесью из орехов, изюма, жмыхов, свеклы, моркови, небольшое количество меда, очень вкусно, а благодаря сметане питательно. Я уже Сергею неоднократно говорил, что ему не надо вот что-то там, какие-то там еще процедуры делать или еще делать. Ему вот после голодание, и единственное, надо научиться это правильно кушать. И самое первое, это не переедать. Но вот эти вот 450 граммов сметаны и так далее, это огромное количество, смотрите, сразу же поступает в организм там жиров, вот орехов, там изюмов, все это такое. То есть вся эта смесь, она это имеет тенденцию к тому, чтобы, грубо говоря, забродить. И, конечно же, дать огромную нагрузку, сразу огромную нагрузку, вот если вы там жирного чего-то приняли, на органы пищеварения. Вкусно, да, может быть вкусно, питательно. Я сомневаюсь насчет питательности. Почему? Потому что это надо все переварить. Ну и вот это вот огромное количество пищи. Вот, видите, сейчас идем пить капучино, молочный коктейль, и потом кушаем с дочкой, та-та-та-та-та-та. То есть Сергею просто-напросто надо меньше есть еды. И способствовать тому, чтобы его пищеварительный тракт работал нормально, система пищеварения, чтобы она все переваривала, чтобы ему хотелось кушать. Не так, чтобы, знаете, голод какой-то дикий был. Хотелось кушать, чтобы нормально работало опорожнение. А так, вот даже Вадим Лагрин пишет, пол-литра сметаны, зачем? И вот так происходит зашлаковка организма, опять размножение вот этих всех паразитов, которые вышли, и пошло-поехало.
Так, Дима пишет: на упаренную мачу только что забрал с почты медный 3-литровый тазик, приобретенный специально для упаривания урины. И тут это знаковое видео. Книги, значит, сподвигли на ЗОЖ в середине 90-х и на занятия йогой. Значит, не живу в России более 12 лет. Информацию по альтернативному оздоровлению получал из англоязычных источников и снова открыл для себя Малахова. При этом весьма рад. Кстати, у англосаксов в данный момент весьма популярна состаренная урина. Они называют ее эволюционированием. Про упаривание ничего у них нет. Но есть при замораживании и выдержке на солнце. Я попробовал, вроде работать, живу на Кипре, занимаюсь зожем, йогой, садоводством и собирательством дикоросов. Всем блага и здравия. Я рассказывал и про старую урину, про упаренную урину, и так далее, так далее, так далее, про разные виды урины. Еще раз хочу сказать, вот есть древние тексты, люди обычно их прочитают и думают, да, какой-то там это, вот, допустим, Дамар Тантра, там как раз про упаренную мочу рассказывается, да, там, что там, что там, как-то и все. Я же обратил это внимание на упаренную мочу и потом еще для себя, именно для себя любимого, постарался разобрать, а что ж там может действовать вот таким вот образом. Ну, и насколько я разобрал и объяснил, вы можете почитать мои книги. Но я думаю, англосаксам далековато до тех изысканий, которые я сделал. Кстати, есть люди, ну, типа меня, там, и получше, и, как бы сказать, множество таких подвижников, которые что-то разработали, применили. Получили великолепные результаты. Ну, например, как вот с этим там кремнием, при лечении там онкологии, этот доктор Рыбчинский. Но никому это не надо. Поэтому очень важно, чтобы вы из всей информации отбирали то, что нужно. И не отбрасывали слепо. А вот, как бы сказали, а в чем здесь... Вот зерно, так сказать, полезности. Демиан пишет: подскажите, пожалуйста, а вы пробовали сабельник пропивать или, может, писали о нем, насколько он эффективный при заболеваниях суставов, пока делал втирание упаренной урины 1/3 два раза в день, благодарю. Я про сабельник как раз на передаче «Малахов плюс». Там приходил специалист, который вот это сабельником, по-моему, там лечил. Ну, целители, короче, были. Что и как, я не пробовал сабельником. Почему я не пробовал? Потому что, я вам показывал, у меня с суставами полный порядок из-за того, что я занимаюсь совсем другими вещами, которые, я считаю, опять-таки, знаете, вот можно несколько... дать рекомендации. Вот такую, 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 такую-то. А какая из них самая лучшая? Вот из всего, что я там пробовал, то, чем я занимаюсь, лично для меня оказалось наиболее лучше, наиболее эффективно. Валентина Анатольевна пишет: моча прошлая. Благодарю, дорогой человек, за бесценную информацию для людей. 35 лет назад усиленно изучала и применяла в повседневной жизни. Помню, сынок маленький, когда упадет, то сразу, значит, раны себе смазывал своей собственной мочой. Вот смеху-то было. Главное, приучила его так, что и напоминать не нужно было. То есть ребенок понимал, что если там царапина, это тогда такой, значит, деловой, читать дальше. Достает свой аппарат и лечится. Да, очень часто выручают знания по жизни. И женские проблемы решаются довольно быстро и даром. Помню, моей подруге диагноз поставили рак матки. Это уже серьезно. Так она на балконе мочу выпарила и тампоны ставили. Врачи были сильно удивлены. Опять-таки, вот смотрите.
Не просто вот сказал, моча там она помогает, хрен его знает, что там помогает и так далее. А я вам сейчас поделюсь. Итак, доктор Рыбчинский, что он делал? Он брал вот эту вот плесень с опухоли, да, и он ее электрической дугой 4000 градусов сжигал. И оказывается, существует такой интересный эффект как бы дальнодействия. То, что вот уничтожилось, грубо говоря, от этой плесени где-то там, влияет и на нее сам, и на нее саму. И поэтому она, как бы сказать, в панике думает, куда ей деваться. Это очень интересная вещь. Так вот, что там, если это действительно онкология, если это действительно плесень, вот эта серая плесень пенициллиниум, которая, значит, развивается, делает себе плодовое там тело, она, естественно, споры и вот эти нитки, эти мицеллы, они уже весь организм оплели. Естественно, они имеются в крови и так далее, и так далее. И они находятся и в моче, которая выходит. Так вот, когда эту мочу подвергают температуре, температурному воздействию, и уничтожают вот эти мицеллы, там споры и так далее, и так далее, и так далее, то есть здесь рядом кто-то гибнет, то и вдобавок все это еще вводится, то это уже действует как такое мощнейшее гомеопатическое лекарство, гомеопатическое, причем энергетика этого гомеопатического средства строго равна энергетики того, что там живет. Она действует не больше, не меньше. Она действует у 100% у цели. У 100% стоит. Вот. И только бац! И все это ерунда, вся эта сразу же бежит и значит это. Видите, рак матки. Выпаливают тампоны поближе к этому месту. Врачи были сильно удивлены. А вот, знаете, меня... Хочется это сказать, там бесит. Нет, меня не бесит. Меня крайне сильно удивляет. А это вот крайне сильное удивление, оно примерно вот так и можно охарактеризовать, что бесит. Так вот, меня крайне сильно удивляет. А что ж вы не расспросите, с помощью чего был излечен этот рак матки? Ну, для себя. И знаете, вот какая-то безнадега, что как спустили какие-то правила лечения онкологии, вот такие вот, и мы лечим только вот так вот, и никак иначе, и по-другому и не должно быть. И при этом, да подохните вы, да и хрен с вами подохните, деньги главное с вас там возьмут, да и все. Никаких гарантий, ничего нету. Не для себя, не для людей. Меня просто это удивляет. Понимаете, вот удивляет и озадачивает. Поэтому я вам говорю, что вы не думайте, что кто-то там за вас там подумает, кто-то там за вас там побеспокоите. Вы, не буду ругаться, вы никому не нужны. Ни своим особо родственникам, которые заболеют. Они вас отправят там, ага, на радиооблучение, химиотерапию и это. И будете там, грубо говоря, обоссанные, обосратые, лежать в этой палате, там, ждать, пока там помогут, а вас тут еще травят, а вы тут охренели и думаете, да лучше бы я так, там, грубо говоря, дома там пожил, да, по-человечески, закончил свой путь, нежели вот тут. И не, ничего не хочу. Сильно удивлены. Вот меня удивляет, а где ваша голова? А что ж вы не спросите? А как? А что? А что ж ты делала? А почему это? Потому что ты можешь в следующий раз заболеть, и уже ты знаешь, что твои средства, которые применяет вот эта вот эта протокольная медицина, они тебя доведут вот до того, что я только говорил. Я не знаю. Вот, понимаете? Вот тут я удивлен. Так, очень странно, что люди не верят в собственные силы и способности организма убирать самим свои болячки. А тут такое еще, знаете, вот, помимо того, что человек, как стадо баранов, вот стал
Люди стали как стадо баранов. И более того, о чем говорит нам общество об этом самом искусственном интеллекте там. Это искусственный интеллект, вот когда человек, грубо говоря, ну, допустим, милиционер поймал там, или там полицейский там поймал ну, человека, который там что-то там, ну, грубо говоря, переступил закон. Он по-человечески может его там понять какие-то объяснения и так далее, и так далее, и так далее. И как бы сказать, соответствующе отнестись к нему, соответствующе да, там, простить или еще что-то еще. Искусственный интеллект, в которой интеллект, ёханый бабай, в который вложены соответствующие параграфы, что согласно этому тебе, грубо говоря, светит вот такой срок или еще что-то, и больше ничего он не берет в рассуждение никаких. Вот он только тебе вот это и сделает. И некто, очень выгодно, чтобы вот этих вот людей, которые могут проявить свои человеческие качества в том случае или в ином случае, чтобы их не было, чтобы вот этот вот искусственный интеллект только щелкал, расстрелять, посадить, отобрать, и все, больше ничего. Никаких, как бы сказать, у него ни сожалений, ни угрызений совести, ничего нету. И, естественно, воспитывают людей так, чтобы они вот они верили в что-то, верили. Вера возникает от знания. Если есть знание, которое вы применяете, и получается практика, как вот там Руслан, у вас возникает и вера в свои силы, и все там такое. А если нету ни знаний, и вас от всего этого оттолкнули, и вы никто никак. Более того, в лечении сейчас что используют? Искусственный сон. Да чтобы вы не мешались, так сказать, процессу лечения. Чтобы вы вообще, знаете, как овощ положили, усыпили, и якобы вы будете там себя там восстанавливать и так далее. То есть человек ни эмоционально тут не может воздействовать, ни умственно на свой организм подстегивает его. А он лежит как это самое. А они то такая чук-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 чук. И в итоге пришел здоровый. Ну, я вспоминаю своего отца, его рассказ. Это один из многих. Что он рассказывает? Пришел в больницу лечиться. Положили, все так далее. А потом через несколько там дней на обходе он врачу говорит: доктор, смотрите, у меня руки вот так вот трусятся. А доктор говорит: а что вы хотите? Это же лечение идет. Так я же пришел к вам без трусящихся рук, а теперь они затрусились. Вот это лечение. И вот так вот только раз пришел этот тебе калоприемник, мочеприемник, мы тебе, допустим, грубо говоря, там полипы вырезали, или мы тебе там опухоль там вырезали. А что остальное? Как будет жить человек? Да ему не это самое. Мне это не беспокоит. Далее же пишет. Сытин, лапочка, обожаю его. Сытин лечил словом. То есть он воспитанный вот в советском обществе, в котором особо так, знаете, вот, лечение словом, но вроде что-то есть и так далее. Он это, ну, не хочу сказать, что довел до совершенства, но он поднял с помощью образно-волевых настроев себя. То есть он понял силу заговоров. Только несколько по-другому это все это назвал, ну, добавил, и получилось. Вот что. А тот, какие там, вот, сеттинг как раз, знаете, лапочка, обожаю тебя, образно-волевые настрои. Зачем тебе образно-волевые настрои? Вот тебе усыпили, и все, и мы тебя там лечим. Ввели в искусственную кому. А потом выйдешь ты из нее, или там не выйдешь, или, да, и считается, что это вот помогает. Так, благодарю, дорогой Геннадий Петрович, за то, что помогаете людям. Дай Бог хорошим, добрым людям здоровья и долгих лет, а не добрым добра, да побольше. Только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.